Так, список дел на завтра. Купить ткань, клей, заехать в автошколу. Ну почему он мне не звонит уже третий день? Девчонки, сегодня делаем красивый и удобный джинсовый блокнот с держателем для ручки. Обещаю, будет несложно. Итак, я использую два прямоугольных отрезка джинсовой ткани, у меня это отрезки от старых джинсов. Блокнот по краям у нас с бахромой, значит делаем эту самую бахрому на обоих прямоугольниках джинсовой ткани. Иголочкой достаем волокна ткани, вот эти нити. Затем обычной пемзой слегка потрем торчащие ниточки, таким образом ворса станет пушистой. Бахромушку нужно сделать на обеих отрезках джинсовой ткани. Идем далее. Одну из заготовок джинсовой ткани кладем на стол изнаночной стороной вверх. Сверху помещаем подходящего размера лист бумаги поплотнее, например, альбомный или офисный лист. И обильно промазываем всю поверхность бумаги клеем ПВА. Затем приклеиваем этот лист бумаги к джинсовой заготовке. Далее промазываем клеем ПВА верхнюю поверхность бумаги, также очень обильно. И накладываем ровненько вторую джинсовую заготовку. Кладем под пресс минут на 15. Потом хорошенько сушим заготовку горячим утюгом. Просто проглаживаем с обеих сторон хорошенько, пока клей не просохнет. Этим способом мы значительно укрепили джинсовую ткань. Она стала плотной, как раз что надо для обложки блокнота. Переходим к художественной части мастер-класса. Обводим желаемый рисунок на обложку, в моем случае это силуэт кошечки. Затем белой акриловой краской закрашиваем ее. Потом добавляем яркие кружочки, у меня они голубого и розового оттенка. После высыхания красок приклеиваем бантик на шею кисоньки. С обложкой закончили, сделаем тетрадочку блокнота. Подходящего размера двойные листочки складываем в ровную стопочку, зажимаем стопочку между двумя книгами и разогретым горячим клеем замазываем поверхность корешка. Я наношу клей и распределяю его пальцем. Если температура вашего клея высокая, лучше распределять его линейкой, чтобы не получить ожоги. Далее еще наносим горячий клей на корешок и приклеиваем сюда отрезок кухонной салфетки. Таким образом, листочки блокнота будут надежно склеены между собой. Остается только приклеить блокнот к обложке. Я использую горячий клей. Отлично! В завершение нужно добавить крепление для ручки. Из бельевой резинки делаю колечки по толщине ручки и приклеиваю их к блокноту. Если резинки у вас нет, можно использовать шнурок, либо полоску кухонной салфетки или фетра. Ну вот, собственно, и все. Блокнот готов. Удобно и практично. А какие DIY-ки вам подготовить еще? Пишите свои пожелания в комментариях. И снова конкурс на моем канале. Дарю сережки. Победителей будет двое. Условия участия смотрите в описании под видео. Благодарю за просмотр, хорошего вам настроения и всем пока!